Я не хочу всаживать пулю тебе в лицо, но если ты не дашь мне то, чего я хочу, то здесь произойдет убийство. Как тебя зовут? Пристрели его. Опусти свой пистолет. Пожалуйста. Видимо, ты большой член, а это по бокам твои яйца. Есть два типа яиц. Большие, смелые яйца. И маленькие, дряблые. Это твои последние слова, так что это молитва. У члена есть энергия и ясность видения, но у него нет ума. Он чувствует женский запах и хочет какого-то действия. Тебе показалось, что ты учуял запах. И ты притащил с собой эти дряблые яйца. Но здесь нет баб. А только венерическая болезнь, которая заставит тебя пожалеть о том, что ты не родился женщиной. Как у всякого члена, у тебя есть задние мысли. Ты сжимаешься. И твои маленькие яйца сжимаются. И тот факт, что на твоем пистолете написано «модель», а на моем пустынный орел 0,50. Должен заставить вас совсем исчезнуть. А теперь пошли вон.